Всем добрый вечер, сэры, сэрихи. Третьего раза только у меня принял ник твой через собачку, да, когда я пишу, чтобы как ссылка была. Да, если сразу не получается, ты насчет этого не парься, просто когда закончится стрим, потом можно дописать это, поменять, или я потом также после стрима в описании добавлю. И все. Как нормальная скидка будет, думаю, возьму. У меня даже на GTA 5 скидка приходила на днях. Эх, у меня она есть на PlayStation 3, по идее. Да, можно было бы. Это есть на плойку 3? Конечно. Ничего себе. Как ты думал? Онлайн, я в нее онлайн играл мало, но в свое время. Потому что у меня эта игрушка уже очень давно. Я также играл с пацанами на третьей плойке. Единственное, пробовал подсоединиться, и мне тогда не повезло. То есть у меня есть родственники там, знакомые, у них PlayStation 4 уже в то время была, и с четверкой, с третьей нельзя было подсоединиться онлайн играть, с сервера, да? То есть на PlayStation 3 были отдельные серверы, но ежели на 4, да? Нашел дорогу, где платят нормально. Сейчас подъеду. Ты за мной поехал? Где-то вот здесь было. Вот у меня неделю назад снег у нас был, я пробовал на дороге такое делать, вообще прикольно. Была бы BMW, как бы ручник не нужен тебе, да? Машина, передний ведущий, как бы, надо ручником закинуть ее сперва, а потом выравнивать. Ну да, да, когда вот, если ты вот умеешь более-менее ездить, или вот именно чтобы ездить боком, это тот самый автомобиль, который тебе и нужен, да, то есть там ты педалью газа выравниваешь это все дело, да, то есть если тебя начинает заносить руль в другую сторону, ну как дрифт, ты выворачиваешь в другую сторону руль, уметь водить, что-то. Да-да, даешь газу, как бы, принял, да, ну то есть Рэп-то. У меня вот в этом плане хорошо, что на заводе я не могу свою работу с завода домой забрать, как бы, ну и мне удаленка не получится, хотя нам, типа, там намекали. Мне то же самое говорили на кухне, когда нам приготовление надо сделать, там что-то не успеваешь, мне коллеги шутили, ты домой бери с собой. Бери кастрюлю домой, да? Дом приготовления делай. Да, тебе границы это стираются, понимаешь, и ты потом намного больше времени, ты не там ничего толком не сделаешь, тебе вот дома постоянно кто-то отвлекать, если у тебя своей комнаты нет. Плюс еще и это, все остальное. Ну, это очень сложный, если честный процесс такой сложный. Приветики. Зайка, привет, блин. Скачонок здесь. Зайка здесь, Наталья здесь. Наидобрейшего времени суток. Взаимно, взаимно. Я вот квази-код сидел, пока монтировал. Сегодня у меня был такой, я бы сказал, знаете, продуктивный день. Я сегодня сколько роликов там монтировал. Сейчас мы с тобой поиграем. Я поужинаю попозже. И буду дальше монтировать, поскольку завтра утром на работу не надо. И я буду сегодня еще монтировать и монтировать. Все вот так вот как-то завязалось, закрутилось. Играем, набираемся здесь опыта. Плюс от вас такой фидбэк, как говорят, да, у нас. Егор, привет. Всем. Привет, привет. Поддержка нам. Мы в свою очередь постараемся. Идем, как говорится, к цели. Пока у нас все идет неплохо. Ой-о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 й. Будешь на работу ходить, а за тебя дальше YouTube работает. Да, это всегда удобно. Ты это сделал, залил. Угу. Даже если ты их не поставишь время, то есть с мобильного телефона можешь запустить, когда тебе удобно. Apollo 10, принимайте. Что мы потом купим? Зарабатываем. Сюжет закончился. Сюжетом мы не занимаемся, да. Сюжет вообще в игре был, если честно, я даже не понял, как он прошел мимо нас, закончился, пролетел. Ну посмотри, это Unbound, это просто та же самая копия, как и Хита, просто. Здесь меня сюжет, если честно, вообще расстроил, я даже не понял, как он закончился. У меня тоже, он какой-то малый. Мы здесь чисто вот больше так прикалываемся, ездим, тачки, тюнингом занимаемся. Берем тачки по душе, ездим с пацанами тоже. Миша, вот. Миша пишет, что он 24-часовую три раза ездил. Офигеть. Помню, один раз поставил на паузу, проснулся через 6-7 часов и дальше сидел, играл. У меня были глаза квадратные, пока это все прошел. Квадратные. Да. Но я потом после этого зато бы в Gran Turismo был профессионал. Жесткая игра, это очень, очень жесткая. Потому что у тебя в Gran Turismo реально, у тебя был расходник шин. И после 6-7 кругов тебе надо было заезжать пит-стоп, заправлять бензин, менять колеса. Если ты это не менял, тебя заносило, потому что уже автомобиль не держался на дороге. Это прям реально... Да-да, в Гран-туризме, в самое первое такое уже было. И бензин у тебя также уходил, там столбик бензина, то есть тебе надо было на пит-стоп заехать. То есть там времени чуть больше занимало. Если у тебя гонка на 1000 километров, или 10-часовая гонка, или 24 часа гонка, это все, соответственно, шло тебе, вот, да,
Вот чемпионат, конечно, Гран-туризма, я бы реально не рискнул, потому что я уже теперь уже много лет не играл. Вот это настоящая гонка, потому что там у тебя нормально, тебе надо думать наперед, как настоящий гонщик. А у меня есть такая? Нет, я же что-то покупал уже такое. А вот Феррари FXX 2 177 000. Что, берем Феррари в стоковой покатаемся? Берем ее? Ну давай в стоке попробуем, да, конечно. Обязательно. Блин, 2 миллиона денег. Этот тот пришел. 2000. Хотите, говорит, его? Да, хотим. Мне байбак больше всех из последних зашел. У вас это косы все. Поехали. Ого, какой движок. Чат дочитай тоже. Все равны, решают лишь скилл. А в NFS решает тачки. Ну не, тут тоже скилл решает, слушай. Здесь не только тачки, смотри. Интеллект. Ну посмотри. Я смотрю. Ну вот, стоят два близнеца. Короче, тюник будем как... Смотрю, в каких. Давай, короче, я возьму гонку, у нас сейчас 360, да? Карбон. Ничего круто. Себе. Карбон. Ну, блин, у него, наверное, управление. Ой, сколько происходит. Я раньше психовал там вот с этими дрифтами в каньоне. О-о-о-о. Там же типа, вылетал ты когда с трассы. Скилл решает все проблемы. Вот, дело говорит Миша. Дело говорит медведь. Скилл, да. Вы его просто не видите, он потому что не с нами сегодня играет. Она уже в стоке неплохо, кстати. Она в стоке, блин, огонь. Представляешь, если ей сейчас еще тюнинг прописать? В стоке уже можно на ней. Она прям держится хорошо на своей траектории, да? Ну это ты из донейшена, я просто не под... Ну что, ты готов? В ночь уже хочешь? Да, нужно. Можно и в ночь, можно, нужно. Все, на... Ну я, блин, чекпоинт пропустил, ударился в здание, минус дерево. Бывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ладно, страшно. Блин, я врезался в дом, мне повязали. Все, я мотор заглушил, экономлю бензин. Жду. Нет, у тебя уже больше получается, у меня вот там меньше. О, неплохо. Блин, второй, ты говоришь, второй, я врезался в полицию прям. Пропустил. Не, ну здесь соперники, смотри, у тебя Пагани, Цон, этот, теперь бы еще, вот, у меня получил запчасть стоит, теперь мне надо в гараж быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Всем до скорой встречи, продолжение следует, присоединяйтесь к нам еще, будет весело. Не менее весело. В следующий раз мы еще Мишу с собой притащим. Миша сегодня уже на боковую спать.